Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Капитан. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на плоту. Мы проплывем мимо Красного холма, обогнем полянку гусениц и окажемся в нашем пруду. Ура! Ура! Как интересно! А можно я буду капитаном? Конечно, можно. Я только сбегаю за фуражкой. Надевайте пока спасательные круги. Скоро отправляемся. Лунтик! Дедуля, что-то случилось? На наш лес надвигается туча. Скорее всего, будет дождь. Лучше отложите свое путешествие. Оно может стать опасным. Спасибо, дедуля. Лунтик, придется отменить путешествие. Мы готовы! И я готов! Надень круг! Нет, не надо круг. Понимаете, мы сегодня не можем плыть. Идет туча. Поплывем завтра. Ну вот! Давайте сегодня! Ну давайте сегодня! А сегодня мы с Лунтиком почитаем вам про отважных мореплавателей. Хотите? Хотим! Мы только вытащим плот на берег и придем. Кузя, а чей это круг остался? Капитан! Настоящий капитан не боится дождя. Я один поплыву, раз все струсили. Малыш, причаливай к берегу! Я не малыш, я капитан. Капитан, причаливайте, пожалуйста. А мной нельзя командовать. Я самый главный. О, я придумал. А давайте вы будете пиратами. И будто вы хотите захватить мой корабль. Мы его так не догоним. Надо что-то придумать. Не догнали. Капитан, пожалуйста, остановитесь. Ну нет. Понял, как надо. Сейчас посмотришь, какие от моего камня брызги будут. Ну, видел? Ой, подумаешь. Эй, малявка, ты откуда тут взялся? Я не малявка, я капитан. Мой корабль сел на мель, а за мной гонятся пираты. Эти пираты! Сейчас мы им покажем! Спасайся, капитан! Мы задержим пиратов! Привет, пираты! А вам дальше нельзя? Вы зачем жучка отпустили? Его надо остановить! Пропустите нас, пожалуйста! Он же маленький, ему нельзя одному! К тому же там туча идет! Да! Ой, проплывайте, пожалуйста! Зубы нам заговаривают! Сейчас! Так мы вас и пропустили! Дождь начинается! Да пропустите же вы! Держись! Кузя, надо быстрее грести! Ничего не получается! Ура! Спасибо! А теперь объясни, как ты оказался на середине пруда? Я хотел быть капитаном. Он не послушался и уплыл один. А если бы с тобой что-нибудь случилось? Чтобы стать капитаном, малыш, нужно многому научиться. И прежде всего слушаться старших. Я буду слушаться. Вот так маленький жучок стал капитаном. Книжные приключения. Оп, опа, оп, оп. Малыш, я наберу ягод и вернусь. А ты не балуйся, сегодня Лунтик будет учить тебя читать. Ладно,
Мы будем стараться. Успехов! Я ушла. Ура! 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 Жучок! Жучок! А учим буквы? Не хочу учить буквы! Я и без букв умный! А как ты будешь читать книжки? Ты мне будешь читать! С удовольствием, но после урока. Ну, Лунтичек, ну, пожалуйста, почитай! Хорошо, но потом учиться. В небольшом селении на краю сизого леса жил жучок Боня. Много времени он проводил за книгами. И как-то раз, гуляя по лесу, Боня забрел в удивительную страну под названием Алфавит. А жителями этой страны были буквы. Кажется, я попал в книжку. Читай. Это буква... Ой, не знаю. Лунтик же мне рассказывал. А это... Кажется... Нет, я не умею читать. Совсем не умею. Я теперь никогда не узнаю ответ. И не окажусь дома. Не плачь, жучок. Ты обязательно вернешься домой. Смотри, тут написано... Буквы. Маленькие птички летают по страничке и обо всем на свете рассказывают детям. Кто же это? Буквы! Буквы! Это был сон. Вот так у жучка Бони появилось много друзей из загадочной страны под названием Алфавит. Ура! Лунтик, пожалуйста, научи меня читать. Вскоре жучок выучил все буквы и смог прочитать первое слово. Ма-ма. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Стой, раз, два. Чаепитие! Мы не хотим строиться. Мы и так пойдем чай пить. Исполнять приказ! Раз, два, раз, два! Приказываю! Шагом марш! Все за мной! Опять с барабаном ходить? У меня нога уже болит! Отстань! Надоело! Прибыл, чтобы выпить чаю! А ты мог бы не трубить? У меня голова болит. Приказываю, чтобы голова не болела!
Знаешь что, сынок, хватит маршировать. Откладывай барабан, будем чай пить. Но я же хочу стать командиром, как ты, и всем приказывать. Хочешь приказов? Тогда вот тебе мой приказ. Перестань трубить и барабанить в доме. Есть. Разрешите выполнять? Разрешаю. Здесь никто не слушается. Здравствуй, жучок. Лунтик. Равняйсь, смирно. Направо, шагом марш. Стой, раз, два. Ура! Как ты здорово командуешь. Это потому, что я хочу быть генералом, принимать парад и носить красивую форму. Ой, а мой дедушка Шер тоже генерал. Хочешь, пойдем к нам в гости? Я вас познакомлю. Хочу! А командовать он умеет? Наверное, умеет. А надо, чтобы командовал? Надо! Вот так! Шагом марш к генералу! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Очень далеко идти. Я устал. Раз, два... Бабуля, а где дедушка Шер? Это наш гость, он хочет с ним познакомиться. Ах, вот оно что. Шершуля пошел посидеть у пруда. Зови его, а я займу нашего гостя. Хорошо. Жучок, посмотри наш фотоальбом. Спасибо. Генерал. Дедуля, пойдем домой. Тебя хочет жучок увидеть. Да ну, а зачем я ему нужен? Он хочет быть как ты. Генералом! А? Дедуля, когда мы придем домой, ты сразу что-нибудь скомандуй. Жучку это очень понравится. Хорошо. Раз гостю хочется, можно покомандовать. Ой, а откуда тут фото папы? Это твой папа? Они с Шершулей вместе служили. Шер говорил, что твой папа отличный командир. Хм, если он хороший командир, то почему дома никаких приказов не отдает? А зачем дома приказывать? Дома не армия, не учение и не парад. Дома кто-то хочет отдыхать, кто-то играть. А кто-то чай пить. А? Равняйсь! Смирно! Отдать честь! Шершуля, что это ты с порога раскомандовался? Так я это... попросили. Ты почему плачешь? Команды неправильные. Команды хорошие, и генерал хороший. Я устроиться не могу, я устал. И не надо строиться, раз ты устал. Мы же не в армии. А если не в армии, то генералы не командуют? Конечно, нет. А я думал, что генералы всегда командуют. И дома тоже, а папа запретил. Ну ничего, я думаю, твой папа все же не сердится. Он ведь знает, что ты только учишься военному делу. Папа, папа! Оказывается, быть настоящим генералом совсем непросто. Настоящий генерал не только носит красивую форму и отдает приказы. Главное, он знает, когда надо командовать, а когда просто поговорить по душам. Хорошо, что Лунтик и Жучок теперь тоже это знают. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. В ответе. Ну, пасуй мне, лови. Есть. Здравствуйте, ребята. У меня к вам просьба. Не могли бы вы присмотреть за моим малышом? У меня в доме генеральная уборка. Не хочу, чтобы он дышал пылью. Конечно, с нами ему будет весело, да? Спасибо, я скоро тебя заберу, малыш. Не волнуйтесь, он в надежных руках. В надежных, ловких руках. Оп, оп, и оп. Я тоже хочу, дай мне. Отлично, пока малыш играет с мячом, мы можем поиграть в бадминтон. Ай-хай.
Я тоже хочу. Дай мне. Ладно, если ему так хочется, пусть тренируется. А мы будем прыгать. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто. Здорово! Теперь моя очередь. Я тоже хочу! Дай мне! Ну сейчас я хотел попрыгать. Иди еще поиграй. Нет, сам играй, я хочу прыгать. Вот малышня, приспичила же ему эта скакалка. Кузя, ты прямо как гусеница говоришь. Жучок же еще маленький. И потом, теперь мы можем снова поиграть в бадминтон. Дай ты нам поиграть немного. Нет, я тоже хочу. Ну хорошо, на. Ну если он опять. Я тоже хочу, дай мне. Ну все, кончилось мое терпение. Слушай, у нас тут есть очень интересное место. Хочешь туда пойти? Хочу. Вот, это наш шалашик. Правда хороший? Смотри, тут есть бумага и карандаши. Нарисуешь нам картинку? Угу. Изобрази спортивные соревнования, какие команды участвуют, болельщиков нарисуй, еще кого-нибудь. Только никуда не уходи, а мы скоро к тебе придем. Кузя, а разве можно его так оставлять? Мы ведь за него отвечаем. Да не волнуйся, он надолго рисовать засядет, и никто его отвлекать не будет. Немного потренируемся и вернемся. Прыгай до ста и пойдем. 88, 89. Зря мы так его оставили. 91, 92. Да что может случиться? Не знаю, мне как-то не по себе. 94. Мы в ответе за этого малыша. А что делать, если он все время нам мешал? Он просто хотел поиграть вместе с нами. И раз мы за него отвечаем, то должны быть вместе с ним. Больше Лунтик и Кузя не отходили от малыша ни на шаг и отлично провели время все вместе. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Маленький, да удаленький. Пупсень, тяни сильнее. Я что, должен за тебя все делать? Да я тяну, тяну. Привет. Я слышал, вы тут делаете большие качели. Ага, а тебе небось Лунтик сказал? Да, он скоро придет. А можно мне с вами? Тебе? Ну, не знаю. А что ты можешь? Я могу подавать инструменты. Ладно, тогда подай мне небольшую отвертку. Эту? Нет, другую, там, справа. Эту? Нет, я ведь говорю, справа. Это что ли? Знаешь, я быстрее сам возьму. Лучше помоги кому-нибудь другому. Можно я вам помогу? Да нет, не надо. Погоди. Послушай, так это не делается. Давай лучше мы сами. А ты помоги кому-нибудь другому. Да.
Да ты не пилишь, а просто за ручку держишься. То-то мне так тяжело. Вовсе нет, я тоже пилю. Ай, ты что, совсем? Ай! Ребята, вам тяжело? Давайте помогу. Ты поможешь нам? Тоже мне силач нашелся. Иди куличики полепи. А вот и паутина. Ага, скоро начнем собирать. Я уже почти закончил. Ну вот, осталось их поднять. Смотрите, корзина сейчас упадет. Держите качели, я ее закреплю. Держите крепче, я быстро. Ребята, я гаечный ключ уронил. Сейчас подам. Челенок! Мила, пчеленок, скорее! Спасите Кузю! Он же упадет! Если кто-то из нас отпустит веревку, он точно упадет! Что же делать? Что-что? На помощь звать! Помогите! Помогите! Может помочь. Посмотри на него. Скорее, позови кого-нибудь из взрослых. Я не успею позвать. Ты молодец! Да, здорово, молодец! Вот так маленький жучок сделал большое дело. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ленивый жучок. Ваша мама сказала, что после завтрака можно погулять. Ура! Ура! Здорово! Здорово! Идем гулять, гулять, гулять! Подождите, сначала нужно убрать со стола и вымыть тарелки. Я первый. Нет, моя очередь. Пусти меня. Пусти. Я первый. А ты почему не идешь мыть тарелку? Я не умею. Давай я тебя научу. Это не трудно. Не, не хочу. Мне лень. Хорошо, я помою твою тарелку. Ой, какие большие лужи. Наверное, ночью шел сильный дождик. А как же мы будем гулять? Не расстраивайтесь. Ваша мама сказала надеть ботиночки. Ура! Мы пойдем гулять в ботиночках! Здорово! Здорово, здорово! Здорово! Ой, у меня не получается. Я не умею. А как их завязать? Сейчас я вас научу. Смотрите внимательно. Делайте так. Этот шнурочек сюда, этот сюда. Вот, здорово! Здорово! А теперь вы. Я завязал. И у меня получилось. Здорово. Я теперь умею шнуровать ботиночки. А ты почему не завязываешь шнурки? Я не хочу. Мне лень. Ну, хорошо.
Я зашнурую твои ботинки. Ну, все готовы? Ага. Тогда идемте. Посторонись, я тебя задавлю. Тебе красный свет, моя дорога. Я тоже хочу с вами играть. Давай. А где твоя машинка? Ой, я ее дома забыл. Ну ладно, сейчас принесу. Ой. Ой. С тех пор жучок очень изменился. Теперь он все делал сам, и у него это получалось. Ура! Получилось! Я научился завязывать шнурки.